Shema, Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Доброе утро всем! Я вас приветствую, дорогие братья и сестры. Сегодня хорошее время с раннего утра поделиться Словом Божьим. И я бы хотел сегодня поговорить о такой теме, как называется «Воля Господа и воля человека». И я бы хотел бы зачитать в Евангелии от Матфея, 10 глава, 29 стих. И здесь написано: «Не две ли малые птицы продаются за осарий? Ни одна из них не упадет на землю без воли Отца вашего. У вас же и волосы на голове все сочтены». И знаете, и читая это местописание, люди задают такие фразы. Они задают такие фразы «к месту» и «не к месту», что у Бога все под контролем и на все воля Божья. И когда разговариваю с людьми, с неверующими людьми, и люди говорят такие слова: если на все воля Божья, и Бог такой добрый и благой, почему же в мире так много зла? Недавно моих друзей застрелили сына, это был пастырь, и произошел такой случай. Мы знаем, что много существует аварии, вот там сбили ребенка, какой-то пьяный водитель нечаянно сбил ребенка, и он погиб. В семье кого-то любят больше, кто-то меньше, хотя они имеют одинаковые права. Кто-то, возможно, лишился имущества, да, и потерял все обманным путем. И вот люди задают вопрос: в этом ли воля Божья? Я знаю, что Бог, Он утешит людей, которых обидели и лишили дорогого. Он сказал, что «я вас не оставлю». И мы здесь видим о том, что не на все воля Божья. Воля Божья, она благая, и нету воли Божьей, чтобы погибали люди, чтобы убивать людей. Вот. И в этом мы видим, что здесь вступает воля человека. И воля человека, который, не знающий Бога, она творит зло и беззаконие. И Писание говорит, написано, что зло, оно будет наказано. И зло, оно не исходит от Бога. Это Иакова 1 глава, 16 стих. Поэтому я просто хочу сказать о том, что не на все есть воля Бога. Бог некоторые моменты Он допускает, но нет воли в Бога в том, чтобы творить зло, и Он не является источником зла. Источником зла, мы знаем, является сатана и те, кто следует за ним. И в чем же состоит воля Божья? Она состоит в том, чтобы защищать и оберегать нас в этом злом мире и утешать нас, если кто-то нас обидел. И воля Божья в том, чтобы наказывать зло и вознаграждать добро. Поэтому, дорогие братья, сестры, Бог, Он любящий Бог, Он не творит зло. Может, некоторые моменты Он допускает. Но единственное, знаете, Он не обещал нам все объяснять. Почему случаются разные вещи, нехорошие, ужасные. Но Он обещал одно, что Он во все время Он будет с нами. Если кто-то сделает нам зло, Он нас утешит. И Он даст силы пройти эту трудную ситуацию. Поэтому пусть Бог вас благословит. Знайте, что Бог, Он источник добра, любви и мира. Аминь. Отец Небесный, я благодарю Тебя за моих братьев и сестер. Я благодарю Тебя за тех, кто сейчас смотрит в это утреннее время, Господи, эту передачу. Господь, я прошу Тебя, утешь тех, кто оказался в несправедливой ситуации.
Утешь, Боже, и помоги пройти любые трудности, помоги пройти любые ситуации. Боже, мы многое, может быть, не понимаем, не знаем, почему, для чего. Но Ты обещал нам, что Ты всегда будешь с нами в любое время, или легкое, или тяжелое. Я прошу, благослови, Боже, каждого моего брата, каждую сестру. Благослови, Боже, семьи, Господь. Боже, тех, кто находится в тяжелых ситуациях, Боже, пройти этот путь, Боже, и выйти в Твоей силе и в Твоей славе, и воздать за все славу Тебе. Во имя Иешуа Мессии. Амин. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день. Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Не веди нас во искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь.